дистанция была 200 метров, не такая уж сложная, но ее правильно надо бежать, уметь. Результат вчера занял 10 место, не очень доволен, ну, в принципе, нормально для первого старта. Да, наши вчера истинцы это показали свой истинный характер. Саша Кузнецов и Саша Григорьев, Ника Лукашова стали первыми, и Илья Кузнецов стал третьим в спринтерской гонке. Конечно, это борьба не только с соперниками, но и борьба с трассой, потому что нужно к таким роллерам еще привыкнуть, скоростным, и уметь на них бегать, уметь стартовать. Трасса была скользкая, трасса была почти непроходимая для роллеров, но дело в том, что нужно проходить ее как можно короче перебирать ногами. Если вы будете следовать такому принципу, то у вас все получится.